Вот так традиционно звонок возвестил учащимся 18-й школы о начале нового учебного года. Это образовательное учреждение считается одним из самых больших в городе. Всего здесь учатся 1300 ребят. На базе учебного заведения открыты музыкальная и художественная школы. Работает Центр дополнительного образования. Все начинания поддерживают и администрация курорта, и край, но не обходится и без шефской помощи. Хочу отметить неоценимую помощь шефов, которые оказали нам в ремонте фасадов здания школы. Благодаря шефской помощи наша школа выглядит достойно. Наши фасады все отремонтированы. Также при краевой городской поддержке в школе отремонтированы 4 спортивных зала. Теперь помимо занятий физкультурой здесь проводят свои тренировки и спортивные секции. По словам педагогов, такая обстановка плодотворно сказывается и на успеваемости детей. Очень много зависит от того, в каких стенах мы примем наших малышей. Очень важно это особенно для будущих первоклассников. В этом году у нас их аж 190 человек. И хочется выразить огромную благодарность тем людям, которые помогли нам нашу школу сделать еще красивее. Помогла ученикам из многодетных или малообеспеченных семей и городская лига женщин Мосдобра. 67 комплектов школьной формы получили первоклассники Кудепсты. Не оставили без внимания и учителей. Ко дню знаний администрация сделала им подарок. 1000 учителей 3 сентября увидят ледовое шоу Илья Вербуха «Кармен». Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.